Друзья, всем привет! С вами Светлана Думич. Мы находимся на стадионе «Москвич». Сегодня здесь пройдет финал UFL девушки U16. Молодые перспективные девчонки, которые буквально вчера играли на коробках в своих районах, а сейчас выходят на большой стадион. Давайте погружаться в атмосферу футбола и посмотрим, что сегодня нас ждет интересного. Погнали! Сегодня в финале встречается Чертанова против ЦСКА. Кстати, Чертанова уже третий раз подряд в финале. Два предыдущих они выиграли. Последний выиграли у армейского клуба. Так что сегодня у команды ЦСКА есть возможность взять реванш. Помимо матча, всех болельщиков ждет еще много разных активностей, одна из которых – автограф-сессия со звездами медиалиги. Пойдемте с ними пообщаемся. Сразу по народу видно, кто здесь главная звезда. Я. О, молодец. Ну скажи, ты ожидал, что столько народу придет в такое холодное время? Не буду лукавить, я думал, что будет намного меньше. Но, во-первых, женский футбол развивается, чему я уверен, что ты рада. И вообще, в целом, у нас большой уклон сделан, потому что у нас женский футбол, и «Спартак» делает команду, и UPL, девочки играют на таком стадионе. Ты сегодня с кем пришел, с семьей или один? Блин, я один, к сожалению. А где дочку забыл? Она тренируется, чтобы через пару лет тоже здесь играть. Как думаешь, тебя выбрали за женскую сборную играть, судя вот по прическе? Нет, там спросили, типа, кто может в воротах сыграть. Я такой, ну давай, а я думаю, я вкинул, пошучу и все. А, ну все, форму вручили. А тут, да, здесь шутить, как я понял, не принято, поэтому давайте, болейте за вратаря. Светильник, привет! Что ты коротко ожидаешь от сегодняшнего финала? Я ожидаю, чтобы девочки замерзли ножички, чтобы они сегодня классно двигались. Ожидаю, чтобы было много голов и матч смотрелся круто. За кого вы сегодня будете болеть? Тем более ваши болельщики. Конечно! Мама, привет, Мама, привет! Придумали какую-нибудь кричалку, чтобы помочь вашей команде сегодня выиграть. Видишь, в одну команду мы верим, за тебя черта мы болеем. Вау, покажите фотку. Вот мы наконец-то встретились. Последний раз девчонки увиделись в Казани на матче сборной. За кого сегодня болеть? Мы еще раз назовем наших дорогих гостей, кто находится в команде «Тудрот». Что делаем? Тиктоки снимаем? Нет. Да, я видела. Ну, покажите, есть какие-то уже успехи? Так, обычно. Оба. Если ЦСКА сегодня будет забивать, ждать от вас таких танцев на трибуне? Да. Чисто так вот вчетвером встанете и станцуете танец на трибуне? Да. Именно. Пишите, я буду смотреть. А расскажите вообще, откуда вы, как получилось, что вы здесь сегодня? Нас позвали через улицы России, Кардо, МХ, этого региона. А маску нельзя снимать? Нет, пахнет. Ну, мне тоже пахнет. Или вы скрываете свое лицо, а вдруг вы что-то неприличное напишете? Уйдете, вас никто не заметит, да? Такой план? Да. Сказали, что нельзя снимать маску. Вы рискуете здоровьем для того, чтобы нарисовать эту красоту сегодня? У меня сегодня краска пахнет чуть-чуть по-другому, чем у моих коллег. Вот. Я наслаждаюсь. А можно что-нибудь я тоже проведу? А оставлю свой след в истории. Во, отлично. Помимо граффити и автограф-сессии, у нас есть еще выставка ретро-автомобилей. И я вижу то, что четыре мужчины греются в машине. Давайте постучимся им в окошко. Здравствуйте. И Майк Крапив, международной команды. Сидим, греемся. А как вообще? Нормально доехали машинки? Если меня сегодня еще на машине покатают, это будет просто день-сказка. Там-там-та-дам! Вот с такой музыкой в голове я иду на автограф-сессию. Оказывается, у меня сегодня тоже есть карточки, на которых я могу расписаться. Пойду общаться с ребятами тоже. Команды уже вышли на поле, девочки вовсю разминаются, но а для болельщиков активности продолжаются. Прямо сейчас пройдет гала-матч сборной Суперлиги против команды Брок Бойз. Будет прикольная заруба, давайте посмотрим, что нас ждет. Мы тренировались, мы готовились. Мы сегодня на результат будем играть. У них вратарь очень красивая женщина. Правда, ее зовут Арчи почему-то. Арчи, говорят, ты главный красотку тебя хотят. Да, волосы мы вообще, сейчас все покажем. Девчонки, как вам вратарь сегодняшний? Огонь. У него длинные волосы. Он только пропустит или ничего? Я надеюсь, он фартовый.
Сегодня капитан команды. Видимо. Как ты сегодня заряжал команду в раздевалку? Сейчас вот, вот наш заряд. Видишь, девчонки? Самое главное. Бородатые девчонки сегодня рулят. Девчонки, вас зарядил новый трансфер? Голкипер. Я считаю, он должен сегодня гол забить. Вратарь сегодня забьет гол. Я ставлю на это. Все ставлю. Ребята, я только что узнала, что помимо измененного формата, наша команда также играет двумя мячами сразу. Это вообще где такое видели? Команда держится очень стойко. Никто пока не может забить гол. Не прошло и двух минут, как девчонки ведут 2-0. Вратарь гонял, отбивает двумя мячами, заряжает команду. Может быть, мы вот его перегрузили. Она убила его! Это симуляция, ребята, не ведитесь. Ну, правильный выбор вратаря сегодня. Отбивает просто. Нет, воздух холодный просто. Здравствуйте, я Ирина Воробей. Мне все нравится. Вы теоретически... Мы забили. Сколько счет? По-моему... Не знаю, мы ведем, я думаю. Ты уже видел, да, как девочки, в принципе, играют. Ты снимал с ними челленджи. Поделись вообще своими впечатлениями. С точки зрения битвы вратарей, честно говоря, это была одна из лучших битв вообще, которые когда-либо я снимал. Но именно по накалу, по игре, по рубке, как они друг друга забивали, как они тащили, как они стелились под каждый мяч, это было потрясающе. И в женском футболе в целом больше количество подкатов, на самом деле, потому что у вас болевой порог ниже у девушек. Это логично. В женском футболе много фолов, очень много. И это... Ты считаешь, что это норма? Ожидаемо. Поэтому те, кто думает, что женский футбол это про легкость, про красоту, это не так, и Женя, как опытный человек, который снимал челленджи с девчонками, знает про это. Да. Гала-матч закончился с разгромным счетом девчонок. Сейчас спросим у арбитров, какой был конкретно счет. 33-11. Да. Мы дробные числа здесь используем. Я считаю, что это лучшее завершение гала-матча. Команда Brock Boys дарит цветы девчонкам, даже несмотря на то, что они проиграли... 33-11. Ну это что вообще, ощущение, что в хоккей играли? Спасибо! Если хотите, чтобы вас унизили, обращайтесь! Арчи, ну ты влился вообще в коллектив. Значит, скажи, да? Ты вообще не думаешь уходить из медиалиги? Может, бороду это так и побрить тебя? И вообще, вот, не, вот так? Вот так вообще не видно, что я парень. Поэтому, не, ну круто, побегали, вообще понравилось. Девчата тоже молодцы. Ну и ты отстоял, ну просто, но ребят тебя поддерживали. Я такая, это... знаешь, вишенка в торте была. Армянская вишенка с нами была, красаварчи. Ну и еще одна немаловажная частичка нашего с вами праздника. Это выступление Аннет Сай перед матчем. Скажи, пожалуйста, ты первый раз на женском матче или посещала уже какие-то? Честно говоря, первый раз. Было классно, на самом деле, сегодня здесь присутствовать, зарядить девчонок перед таким грандиозным реальным матчем. Они большие молодцы. А ты сама следишь за футболом? За футболом я не слежу. Я порой, знаете, за своей жизнью не всегда успеваю следить, чтобы вы понимали. Потому что реально очень много дел, очень много каких-то своих заморочек. Поэтому... Но, конечно же, я люблю, да. И у меня, кстати, дедушка фанат. Видите, погода вносит свои коррективы. Пошел дождь, у меня запотела камера, но девчонки также продолжают выжигать это поле. А мы сейчас с вами поднимемся на трибуны и посмотрим, насколько комфортно зрителя в таких условиях. Сразу видно, подготовленные болельщики укутались в пледы. Вперед, Черна! Вперед, Черна! Болельщики Чертанова с нами. Скажите, вы чья-то мама, чья-то сестра? Конкретно болеете сегодня? Болею за Чертанова. Дочь играет в Чертанова. Она сейчас на поле? Нет, она пока в запасе. Будем надеяться, что сегодня она обязательно выйдет. Вам здесь не громко? Нормально. Нормально? Нормально, хорошо. А вы кричите вместе с ними? Сили. Да. Я кричал, как я отдохну и начну.
Ты сегодня здесь в такой нейтральной зоне, да, находишься? Ты отдаешь кому-то предпочтение или просто пришла посмотреть? Я просто пришла посмотреть, как играть. Ну, тогда скажи свое экспертное мнение по прогнозам. Холодно очень. Так, ну что, началась какая-то суета, носят бочки, выпускают дым. Это значит, что сейчас будут проходить челленджи с нашими медиа-звездами. Что сейчас будет? Так, мы взяли Марину себе в команде. Сейчас будет челлендж 4 на 4. Сейчас посмотрим, сможет ли Марина усилить команду наших блогеров и одержать победу в челлендже. Конечно, сможет. Мы тебя заколдовали. Умеешь, сейчас попадешь. Марин, если забьешь, вы выиграете. Да, идет, идет, смотри. Идет. О, блин. Я немножко не доколдовала. Совсем чуть-чуть. Разворачиваются события во втором тайме. ЦСКА сравнивает счет. Он становится 1-1, а это значит, что, возможно, нас ждет серия пенальти в финале. Что может быть лучше? Возможно, сейчас будет завершающий удар. Если ЦСКА забивает, они становятся чемпионами. Ребята, вот так выглядит счастье! Скажи, это слезы счастья? Да! Лер, вот тебе тоже уже говорят, ты не забояла. Скажи, что ты испытывала, когда ты била последний решающий пенальти? Мандраж. Очень боялась. Было все-таки, да? Да, но не меняла свое решение и точно ударила. Главное не менять свое решение, да? Да. Пойдем, смотри, пап с мамой. Красный синий самый сильный. Я видела, ты поднимала Леру, которая стала последние пенальти забила. Да. Вы с ней как-то знакомы или ты... Там родители сидят, мы там трибуну заряжали вместе. Красотка, вот такая поддержка. Получается, вы передали свою победу недавнюю. В финале? Я думаю, что молодежка им передала. Нам нужно просто принять тоже эстафету в нашей команде. И тогда будет Москва, Россия, ЦСКА. Кому все это посвящать, эту победу? Маме. Привет, маме. Это победа для тебя. И папе, конечно. В этот вечер никто не останется без медалей, без подарков. Каждая девочка получит медаль и цветы. И, кстати, в этом поучаствуют наши ребята из медиалиги. Именно они вручают им цветы и памятные медали. А шампанское это будет? Советское. Я тоже, как всегда, попадаю под раздачу. Девчонки, обещали детское шампанское. Да. Кто выпил? Никто. Скажи, пожалуйста, ты перевела мяч во время того, как мяч попал в штангу. Ты успела его коснуться? А, да, конечно. Там то есть ты затащила всю команду? Ну нет, вся команда молодец. Ты ощущала вот себя как-то героем, да, вот в тот момент, когда ты перевела этот мяч и вытащила свою команду? Да нет. Нет? Я же наш герой. Когда тебе вручали вот эту награду, что внутри ощущала? Наконец-то. Мама, мы ЦСКА! Ну что, финал получился безумно крутым по эмоциям. ЦСКА смогли взять реванш у Чертанова. И я очень надеюсь, что следующие финалы будут такими же бодрыми и крутыми. Ну а вам спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. С вами была Светлана Думич. Всем пока!